свободного времени. Обычный день в эфире радио BBC. За микрофоном ведущая эфира Александра Смолина готовится провести экватор. А на диванчике уже уютно расположились они. Владимир и его воспитанник и питомец, соответственно, Фунтик Владимирович. Хочу представить вам телезвезду и популярного героя YouTube-канала Instagram с огромным числом подписчиков и более миллиона просмотров, дважды женатого, имеющего 5 детей, Фунтика Владимировича. А он, кстати, может, ну, там, как-то себя представить, типа, голос? Фунтик? Давайте. Фунтик. Кто там? Кто там? Нет. Не хочет? Да. Ладно, ничего. Эта парочка не просто обычный дуэт «Хозяин-питомец». Ребята уже успели стать звездами телепередач и соцсетей. А на YouTube-канале еженедельно появляются видео о том, как они разучили ту или иную команду или просто забавные моменты из жизни. Как признался Владимир, поначалу он недооценил способности Фунтика к обучению. И очень зря. Сегодня пес знает 65 команд и отлично держится на камеру. Ложись. Лежать. Владимир, как заботливый владелец, делает жизнь своего воспитанника и друга по-настоящему разнообразной. Хозяин и пес регулярно играют вместе, гуляют на природе, занимаются спортом, каждый своим, конечно. А таких обычно говорят: не разлей вода. Прыгай. Ай, молодец. Ты моя умничка. Умничка. Молодец. 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 Все. Иди ложись. Ложись, ложись. Все. Молодец. Стоп. Стоп. Стой, все, стой. Задом, задом. Вот все, вперед, прыгай. Ай, молодец. Умничка. В ходе эфира на BBC собака и хозяин рассказали о себе, поделились секретами дрессировки и открыли зрителям главный секрет. А кто из вас первая скрипка все-таки? Вы как хозяин или он как ваш друг, соратник и брат? Здесь сложно сказать. Я думаю, что это командная работа, потому что все зависит и от хозяина, и от питомца. Поэтому, думаю, все в совокупности вот получается вот такое. Такой тандем. Да. Евгений Черомыхин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Лежать, лежать. Стыдно, стыдно.